те времена, когда человек, не похожий на других, подвергался всеобщему порицанию. А всеобщее порицание обрекало его на смерть. Нашелся тот, кто осмелился усомниться в правоте своего бога. От компании Fox Searchlight. Пятикратный обладатель премии «Оскар» Кирк Лазарус и лауреат премии MTV Movie Award в номинации «Лучший поцелуй» Тоби Магуайр. В фильме обладатели вожделенной премии Пекинского кинофестиваля «Рыдающая макака. Переулок сатаны». Благословите меня, святой отец, ибо я Шалун. Нынешней осенью.